Сейчас у меня три подхода в жиме с ногами на лавке. Первый подход я сделал на 10 повторений. Закисление идет. Это уже третья тренировка на жимовую группу. И после нее уже буду переходить к вариации именно соревновательного жима. И веса уже будут за 160. Таким образом, в базовую пахоту будет диапазон 160, ну, наверное, 220-230 килограмм. Вполне будет хватать, чтобы отработать, ну, наверное, месяца 3 до того, как я заправлюсь в рубашку. Пойду делать третий подход. Итак, вы могли наблюдать мой подход в жиме лежа. Выполняю с прижатой поясницей. Выполняю для большей амплитуды, для того, чтобы максимально проработать жимовую группу, грудные дельты, трицепс. Очень хорошо на вкатке, то есть можно загрузиться и небольшим весом. В моем случае было 155 килограмм. Опять же, у нас такая затяжная история будет с точки зрения подготовки, моей подготовки, моя история. Поэтому я вам буду показывать вот все огрехи, тот уровень сплоченности тела, то бишь мой функционал, который будет позволять выполнять симметричные упражнения. Оно не идеальное, я корявый, еще не выставленный по тонусу. Поэтому, отвечая на комментарий к прошлому видео, к прошлой тренировке, первая тренировка 2022 года. Там было сказано, Коновалову надо бы, конечно, поработать над техникой приседа. Кланяюсь и хлопаю этому комментатору. Конечно, буду работать над техникой приседа. Я вам хочу показать несовершенство картинки, чтобы вы обратили внимание на себя или на своих подопечных, когда в начале подготовки не надо торопиться на веса, надо дать на средних весах вкатиться, адаптироваться, выровняться, понять, где асимметрия, и поработать с этой асимметрией. Не только на весах, но и как я это делаю по СРТ-методу. Работай в таз! Глубоко! Работай! Встаешь! Грудь держи, спину жестко! Работай в таз! Длинное движение! Ниже! 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 Встаешь! Как хорошо, что тренер-тиран не смотрит за мной в межсезонье. Настолько пристально.